Обязательно поделись в комментариях своим мнением. Если что-то из подборки ты уже видел, кому-то это поможет с выбором сериала. Ну а я начинаю. Сериал «Летняя песня». Главную героиню зовут Гюль. Она девушка романтическая, но всегда привыкла добиваться своих целей в жизни. Скоро Гюль окажется в центре романтических приключений, так как привлечет внимание одновременно сразу двух достойных молодых людей. Мурат и Кенан – близкие друзья с детства, молодые люди полны амбиций, как и многие в их возрасте, и мечтают покорить высоты шоу-бизнеса. Однако ни для кого не секрет, что для того, чтобы добиться успеха в шоу-бизнесе, кроме таланта и способностей, необходимы также другие важные качества, например, везение. Однажды пути молодых парней и Гюль пересекутся. Мурат сразу же влюбится в Гюль. Но с другой стороны, Кенан тоже неравнодушен к прекрасной новой знакомой. Кто упал, тот не плачет. Сюжет сериала построен на истории двух молодых людей из разных сословий. Ализе Сонер – молодая, красивая и успешная девушка из хорошей семьи, в настоящее время проходит стажировку в одном элитном отеле города. Отец Ализы, Нуритин Сонер, очень известный в стране инженер-строитель, владелец крупной строительной компании. Ализе выросла в богатой семье, словно принцесса. Серкан – обаятельный, трудолюбивый и порядочный молодой человек, который работает механиком в ремонтной мастерской отеля. Молодые люди совершенно из разных слоев общества, они отличаются взглядами на жизнь, образованием и многим другим. Но когда неожиданно в сердце Ализе и Серкана стучится любовь, то никакие противоречия и различия не могут стать помехой на пути к счастью. Однако вскоре влюбленные узнают, что преграда существует. А значит, обоим придется приложить усилия, терпение и упорство, чтобы добиться заветного счастья. В сериале «Тропики» в главных ролях снялись Дженнер Топчу, Сюмие Айдаган, Эмре Кинай, Атакан Хашгирион. Сериал рассказывает историю двух сестер, которые лишены родительской любви и ласки. Гидже и Гюльче привыкли полагаться на собственные силы и доверять друг другу. Но беда не обходит стороной. У Гюльче с детства болезнь Аспергера. Ей нелегко дается общение с социумом. Ей трудно выражать свои эмоции и контактировать с другими людьми. Гюльче трудно уживаться в социальной среде. Она из-за болезни замкнута. Так случилось, что сестры должны переехать в провинциальный городок вблизи Измира. По мнению врачей, для Гюльче условия в тихом и маленьком городке гораздо приемлемы, чем в крупном мегаполисе. Малолюдный и спокойный городок навевает уют и радует живописной природой. Однако девушек ждут впереди перемены. В сериале «Если ты сильно любишь» в главных ролях снялись Керем Бурсин, Хатидже Аслан. Рассказывает историю молодого человека по имени Агус. Много лет тому назад он обиделся на своего отца, оставил Стамбул и отправился жить на Майорку. Молодой парень из весьма богатой семьи Стамбула. Он заработал на приложении, которое создал самостоятельно. Вскоре Агус узнает о том, что его отец умер, и по этой причине ему приходится вернуться в родные края. После смерти отца парень становится наследником огромного состояния. Дома он находит письмо, в котором отец взамен просит позаботиться о своих детях от второй супруги. Именно поэтому он нанимает для своих маленьких родственников няню. В сериале «Моя прекрасная семья» в главных ролях снялись Серапи Ринч, Джан Адынгазель, Анур Булду, Айчан Каптур. Сериал рассказывает о большой дружной семье. Муж и жена воспитали достойных детей. Здесь, как и в подобных небогатых семьях, всегда соблюдаются семейные традиции. Также здесь дорожат отношениями между членами семьи, где царит любовь, можно буквально все преодолеть. Даже неожиданные препятствия, которые обязательно возникают на пути. В сериале «Я не отдам тебя никому» в главных ролях снялись Эмре Бэй, Бусе Мираль. События сериала происходят в городе Орду, на побережье Черного моря. Очень живописное и красивое место, богатой природой и добродушными людьми. Зелиш – молодая и красивая девушка, которая родилась и выросла в Орду, и очень гордится этим. Как и любая юная девушка в ее возрасте, сердце Зелиш полно романтики и ожиданий любви. Их любовь началась неожиданно. Однажды, прыгая с парашюта, Мехмет свалится на ее пикап, в котором она везла урожай со своей плантации. Постепенно отношения становятся более теплыми. Зелиш влюбляется в Мехмета и ожидает ответного чувства от молодого человека. Однако, к сожалению, Мехмет питает только лишь дружеские чувства к своей новой знакомой, не более того.
Азелиш пытается доказать, что любовь на самом деле существует. В то время как любовь бушует в сердце бедной девушки, Мехмед совершенно глух к чувствам. В сериале «Судьба» в главных ролях снялись Азкия Заджар, Джем Гелиноглу. Главные герои сериала «Судьба» – Даган и Мелике. Долгие годы Мелике влюблена в своего соседа Дагана. Он успешный адвокат, который давно влюблен в очаровательную соседку Мелике. Девушка отвечает взаимностью, но вопреки ожиданиям, свадьба у Дагана случается совершенно другой девушкой. Из-за непредвиденных событий на работе, Даган просто вынужден сделать своей избранницей девушку, которую совсем не любит. История начинается именно со свадебного торжества. Мелике, которая категорически не устраивает выбор любимого человека, и ради любви она идет на отчаянный шаг. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой сериал вы будете смотреть в первую очередь. Нам это очень важно знать.